Здравствуйте, мои дорогие! Я очень рада вас вновь всех приветствовать. Если есть среди вас те, кто вот случайно сегодня заглянул ко мне в гости, меня зовут Элла, и на моем канале Гипнотик Флёр, конечно же, мы говорим в основном об ароматах, о парфюмерии. Сегодня я хочу сделать небольшое такое коротенькое видео, обещанное видео, рассказать о своих бюджетных находках. Два аромата мы сегодня с вами распакуем. Это мои новинки, действительно очень-очень бюджетные. Ну и одну находочку, о которой расскажу, я просто несказанно рада, действительно нашла вот этот аромат. Чуть позже о нем расскажу, так что, если вам все это интересно, мои дорогие, оставайтесь сегодня со мной, как всегда, до конца. Если есть те, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, всегда буду рада вот новым, скажем так, нашим друзьям парфюм-любителям. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ну и, как всегда, устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Дорогие мои, как я уже сказала, я хочу поделиться с вами действительно бюджетными находочками, начиная с аромата действительно бюджетной марки Эммануэль Унгаро, называется эта марка, итальянская марка, и это ароматы вот такие уже довольно новые, вот последние, которые уходили вот последние годы от Унгаро, называется серия, это целая линейка Frutti d'amore, то есть фрукты любви, как переводится, и вот то, что я держу в руках, такая лиловая коробочка, такая фиолетовая, Pink Blackberry, то есть это розовая ежевика, то есть так и называется этот аромат. Он у меня еще запакован, это 30-ка, миленький флакончик, сейчас мы его достанем, распакуем. Очень бюджетная позиция, вот эта 30-ка 10 евро, я купила здесь у нас в Италии, и я уже вот эту серию Frutti d'amore, давайте я начну раскрывать, уже вам знакомилась, уже парочку ароматов я вам показывала, и один из них, по-моему, был это Gold, желтенькой такой коробочкой, и еще один Pink, или лилок, мы с вами распаковывали. Ну и давайте откроем, достанем флакончик. Флакончик прям миленький, жизнерадостный. А какая крышечка миленькая у этих флакончиков Унгаро. Я сейчас вам покажу. Конечно же, это не слепая покупка. В магазине я потестила этот аромат. Вот так выглядит этот миленький флакончик. Он такой, видится, еще с таким перламутровым отливом. Такой вот тоже насыщенного цвета. Название вот это розовое. Розовая ежевика очень хорошо подходит ему, ну и, конечно, крышечка, это как какой-то в византийском стиле, такая довольно тяжеленькая, увесистая, золотая, очень классно. Итак, Pink Blackberry, чем же пахнет этот аромат, конечно, я же там потестила его, и очень мне понравился вот его вот именно ежевичное, вот это фруктовое звучание, даже немножко свою любимую черную смородину я слышала, давайте тоже нанесу. Обновлю, еще вам расскажу. Да, и, конечно, что-то он мне напоминает уже такое вот из того, что я слышала по своей вот этой фруктовости, ягодности. Ну, и хочу сказать, что, конечно же, ежевика здесь слышится. И даже с такой вот черно-смородиновым даже каким-то аспектом. И на старте она здесь идет с бергамотом, поэтому довольно яркое звучание этой ежевики. Не могу отделаться от мысли, что-то мне знакомое напоминает этот аромат, то что-то в люксе, что я уже знаю. Если на ум мне придет в течение видео, я вам скажу. Если нет, то, может быть, в каких-то других видео скажу. Ну и, конечно же, это гурманский сладкий аромат. Вот это ежевика на старте с бергамотом. Сердце – это даже такая немножечко экзотика. Есть экзотический цветок тиаре, розовая любимая. Еще какой-то цветок, если не ошибаюсь. Ну и база довольно такая интересная. Вот то, что слышится потом здесь и ветивер, и пачули. Вот ноты, которые я люблю. Конечно же, ваниль. Аромат сладкий. У него есть вот эта такая ягодная сладость, и меня он этим подкупил. Скажем, недорогая позиция, но очень интересное вот это звучание ягодное. Такое манкое, соблазнительное. Вот знаете, когда хочется вас съесть. Вот все-таки он мне напоминает или Осерваторе Феррагамо, вот эту ежевичную Синьорино Мистериоза, или Рибелли. Вот что-то своей ягодностью он мне напоминает. Не могу пока точно вам сказать, но вот ежевика даже с какой-то нотой черной смородины, хотя черная смородина здесь не заявлена, но я вот немножко слышу. Аромат ягодно такой сочно-гурманский. Есть ягодность, но в то же время в базе проявляется вот эта вот немножечко такая ветиверовая пачулевость.
такая пачули довольно соблазнительные, чувственные. Аромат, конечно же, комплиментарный, можно сказать. Такую гурманику всегда комплиментят. Ну и стоимость его, конечно, такая небольшая, что если вдруг, я не могу ничего сказать о стойкости этого аромата, потому что еще как бы не поносила, и о шлейфовости, но даже если у него будет небольшая стойкость, небольшой шлейф, такая цена, я даже думаю, ему это можно простить. А флакончик примиленький, я очень рада, что у меня он появился. Там, кстати, еще черненький стоял из этой серии, тоже вот из этой серии Fruity d'Amour, но он какой-то очень сладкий, похожий чем-то на гипноз, по гипнотический позон Dior. Не очень люблю я такую сладкую миндальность, но вот за такую цену все-таки, наверное, побегу, куплю еще и черненький. Уж очень миленькие эти флакончики. У кого появится возможность, кто любит такие, знаете, ягодно-сочные ароматы, особенно любит ежевику, вот черную смородину в ароматах, то вот эту коробочку фиолетовую не пройдите мимо, купите себе эту бюджетную позицию. А я перехожу к следующей позиции, тоже бюджетная марка Herbalife, итальянская. Почему бюджетная? Потому что действительно ароматы недорогие, делаются они из натуральных ингредиентов, как марка себя позиционирует. И аромат, который покажу, в такой тоже очень красивой, милой, цветной такой коробочке с различными цветочками, называется Dance of Flowers, на итальянском Danza di Fiori, то есть танец цветов, и этот аромат, вот название ему подходит идеально, бюджетно мне он достался, потому что в Herbalife сейчас, знаете, ну, вообще сейчас сезон скидок, вот августовских летних скидок, и 50% скидка на этот аромат, у меня 50 миллилитров, так этот аромат стоил, по-моему, 24 с чем-то евро, то сейчас с такой скидкой, вот у меня достался за 12 евро, чему я несказанно рада, 50 миллилитров. Давайте мы тоже откроем, распаковывать нечего, Herbalife без слюды идут ароматы, но давайте откроем. И вот такой красивый флакончик, на нем тоже вот нанесены вот эти цветочки, танец цветов, Danza di Fiori, все возможные цветы, миленький непрозрачный флакончик, такие как у Herbalife вот они идут. Ну и давайте тоже немножко найду, куда нанести. Вы знаете, этот аромат мне тоже напомнил один известный аромат из люкса, когда его нанесла. И честно вам скажу, что удивлена не только схожестью, но, наверное, скажу еще такую крамольную мысль, что вот этот аромат, наверное, я буду носить с большим удовольствием, чем тот люксовый аромат, о котором сейчас скажу, на что он похож. И скажу почему. Так вот, вальс, не вальс, а танец цветов. Очень хорошее название для этого аромата. Старт здесь мой любимый розовый перчик, который дает ему вот эту вот изюминку, перчинку, которую я люблю всегда в ароматах. Ну и сердце — это вот все возможные цветы. Причем такие действительно, можно сказать, царственные цветы, кроме жасмина. Жасмина здесь, по-моему, нет. А вот роза моя любимая, пион, который я люблю, камелия, ирис, мак даже, еще какой-то цветок. В общем, целый такой букет, созвучие таких красивых, красивых, ярких цветов вот в этом сердце, действительно, которые цветы как будто заплетены, как будто танцуют вот в этом танце, все они вот в этом букете хорошо слышимы, не каждый по отдельности, а именно вот в этом таком вот хоре, в таком ансамбле. И база этого аромата — мускус, и все белый мускус. И вы знаете, конечно, вот своей вот этой цветочной мускусностью этот аромат очень напоминает один известный аромат популярной люксовой марки Нарчиза Родригеса, именно вот в розовом флаконе, почему-то именно вот парфам-версия, Eau de Parfum, выложу где-то его, вот больше всего похож на своей, наверное, мускусной цветочности, еще раз повторюсь, немножко на Fleur Mask, в общем, на эти ароматы. Но мускусы Родригеса, они сложные в посадке, на мне мускус Родригеса, я вам говорила, звучат плотские, очень как будто потным бельем. Я не очень люблю ароматы именно из-за этого, вот эту классику Родригеса, хотя некоторые ароматы есть у меня, и я их очень люблю. Я сейчас говорю именно вот о розовом флаконе, черном флаконе. И этот аромат, в отличие от аромата Родригеса в розовом флаконе, вот мускус не дает мне вот этого плотского звучания. Здесь белый мускус такой тонкий, белый, пушистый. И этот аромат хорошо лег. Действительно, у него неплохая такая стойкость, не очень большой шлейф. Но вот за такую небольшую цену, которую мне достался, я думаю, что я его поношу. Когда он был без скидки, если честно, я его не покупала, ходила, все время принюхивалась. Вот что-то какие-то у меня были к нему
претензий, чего-то мне не хватало, а вот как только такая приятная цена, решила, что пусть будет это такой миленький флакончик, пусть не часто, пусть иногда, но поношу. И все-таки действительно вот эта цветочность слышится вот с этой такой мускусной базой. И хочу сказать, что ароматы Herbalife мне нравятся за их качество. Вот у них натуральные действительно ингредиенты слышны, нету ни спирта вот на старте, вот такие действительно приятные натуральные парфюмы. За это люблю эту марку, очень бюджетную и миленький, конечно, еще раз повторюсь, флакончик. Кому удастся познакомиться, очень советую. Кто уже познакомился, пишите в комментариях, что вы думаете и об этом аромате, и о первом, который я вам показывала. Ну и последний аромат сегодня, у меня сегодня будет прям действительно коротенькое видео, это моя находка из, скажем так, аналоговой парфюмерии, которая в каких-то видео начинала вам рассказывать, сейчас много всяких аналоговых парфюмов, но вот эта линейка у нас продается, серия Verset, продается в аптеках, и она повторяет вот знаменитые какие-то люксовые ароматы, нишевые ароматы, и вы знаете, вот этот аромат я нашла в отпуске, именно на Сицилии, у нас в аптеках вот именно этого варианта, Vivian он называется, нет, и вы знаете, забегая вперед, я купила маленький флакончик, о чем пожалела, это 15 мл, очень бюджетная позиция, 5,90 стоит, 50 мл стоило 13,90, надо было брать сразу 50 и даже больше, потому что это аналог аромата, кстати, я об этом говорю, вот об этом аналоге для тех, кто живет в Европе, у кого, может быть, вот это Versat есть, или кто живет, как я, в Италии, чтобы обратили на нее внимание, потому что очень достойная линейка аналоговой парфюмерии. И вы знаете, скажу быстренько, что это аналог моего любимого Нарчиза Родригеса, который так называется Нарчиза в белом кубике. И я вам только что говорила, что не люблю мускусы Родригес, это вот то, что касается классики в черном и в розовом флаконе, а вот белый кубик я обожаю, это один из моих любимых, это мой самый любимый аромат у Нарчиза Родригеса, у меня он есть, вот этот белый кубик, я его берегу, ждут уже остатки, он непрозрачный, не видно, сколько осталось, но я берегу как только могу, потому что я обожаю этот аромат. Для меня это аромат вторая кожа. Это уходово-пудровый какой-то аромат, который смешиваясь с вашей кожей. Конечно же, здесь тоже фирменный пудры мускус Родригеса есть. Но он такой мягкий, вот не плоский. Вот в этом аромате он идеально на мне сел и выдает вот эту красивущую какую-то уходовую пудровость. Этот аромат действительно вот сливается с вашей кожей. Он чувственный, он красивый, я его обожаю. И вы знаете, его сняли с производства, вот этот белый кубик уже у нас нигде не найти, я уже сколько не искала. Где-то на eBay можно купить, может быть, за какие-то дорогие, ну, за большие деньги. Поэтому я даже как-то уже потеряла надежду, но зайдя вот в аптеку на Сицилии, я, когда брызнула вот этот Vivian, называется вот этот аналог, у каждого аналога, вот эта парфюмерия аналоговая, у каждого названия как бы соответствие вот аромату люксовым, и этот аромат вот соответствовал этому. Конечно, я этого не знала, просто когда я нанесла этот аромат, я думаю, господи, о боги, вот оно, что это мое любимое, это мой любимый Нарчиза. Я когда спросила у аптекарши, я говорю, а у вас есть вот эта книжечка? И она мне дала, и там было написано, что это Нарчиза. Я, конечно же, не могла ошибиться, обожаю этот аромат. Я просто, конечно же, сразу же схватила этот флакончик, она мне показала вот этот маленький объем. Я просто не додумалась, что надо было сразу больше взять. Потом уже спросила, сколько стоит больше. Потом думала, вернусь, куплю, но так и не получилось больше там оказаться купить. Но довольно, что хотя бы хватило вот эти 15 миллилитров, теперь у меня есть чем пользоваться, и буду беречь вот эти капельки Нарчиза, и хочу сказать, что качество отменное, стойкость великолепная, я бы даже сказала, что стойкость вот этого аромата даже больше на моей коже, чем самого Родригеса, но похожесть один в один, вот абсолютно, вот это красивейшая гордения, кстати, вот этот белый кубик Родригеса, это одна из красивейших гордений, вот гордения плюс вот эта уходовая пудра какая-то на вашей коже, действительно вторая кожа, обожаю этот аромат, и вот здесь вот все как по нотам, вот точно передан вот этот аромат звучанием таких же мягких вот этих благородных нот, никакой химозности. На такую маленькую цену вот никакой разницы я не увидела, поэтому очень довольна вот этой покупочкой. С вами вот поделилась радостью, что у меня теперь есть вот добавочный объем вот к Нарчизу. Вот правда вот наносила на две руки, сюда оригинал, сюда вот этот,
разницы не чувствую. Стойкость, я уже сказала, великолепная. Такой же шлейф. Это вот моя такая вот любовь, вторая кожа, вот этот белый кубик Нарчиза Родригеса. У кого он есть, пишите мнение ваше об этом аромате, дорогие мои. Всегда рада обратной связи. Вот это три таких бюджетных аромата, которые я себе купила с вами. Я поделилась, рассказала о них, распаковали два. Из них мы пишите в комментариях, дорогие мои, все, что хотите, как всегда, вот ваши отзывы на эти ароматы, пишите о своих новиночках каких-то бюджетных, всегда мне это очень интересно. Если видео было чем-то интересным, полезным, информативным, ставьте лайк, всегда мне очень-очень это приятно. А мы с вами увидимся скоро в моих новых видео. Я вам говорила, что сниму о фаворитах августа, парфюмах, которые носила чаще всего, следующее видео, так что увидимся скоро, всех вас люблю, всех целую, всего вам самого замечательного, прекрасного настроения и вот отличных деньков оставшегося лета. Всем пока, мои дорогие, всех люблю.